Меня ненавидела. Кто мы с тобой, актер или же зритель? Если бы ты только узнал о том, как я каждый день снова влюбляюсь в тебя. Снова замирая, смотря, глядя на тебя я с утра. Кажется, забыл, как дышать. Будто сердце поломало ребра, еле пою, будто поломанная домбра. Ты в груди моей снов суешь под ритмы, на вид как стеку, сердце разбит. Всем, друзья, бонжурно, сегодня мы пойдем по бюджетному кафе. Я вам покажу два бюджетных кафе, где вы можете покушать подешевле и с удовольствием. И там очень хороший бизнес-ланч. Еще я вам хочу одно кафе, где очень самые вкусные позы находятся. Да, с виду этот кафе, конечно, выглядит не очень красиво, но там очень вкусные позы. Я сам как-то один раз там ел, но это еще в начале лета было. И мне очень понравилось, так что всем рекомендую. Сегодня я вам покажу. Вот сейчас на Арбат выдвигаемся. Там находится тоже кафе возле фонтана в МТС-ке. И мне очень там тоже бизнес-ланч понравился. Я хотел вам сегодня показать его. Вот, друзья, мы уже находимся на Арбате. Это находится возле фонтана, где МТС-ка, там находится кафе. И там очень дешевый бизнес-ланч можно заказать. Сейчас туда буду пробираться, я вам покажу. Закажем бизнес-ланч, если он, конечно, есть. Я, если точно, не знаю, есть он там или нет. Но сегодня понедельник, он только в будние дни бизнес-ланчи продаются, потому что в выходные дни смысла нет эти бизнес-ланчи продавать. А так люди придут с работы, отведают. Вот, друзья, мы уже у фонтана подошли. Сейчас вам покажу, здесь фонтан находится. Центр Арбата, получается, здесь МТС, Шаны и Ювелир, Стильный город, Билайн находится. Вон там фонтан. А, здесь написано 180 рублей уже бизнес-ланч. Здесь салат идет первое, суп, второе, выпечка, хлеб, чай идет. И 180 рублей все стоит. Кофе с собой здесь 75 рублей стоит. Вот такая вывеска нас встречает. Вон там вот написано, сколько бизнес-ланч стоит и какие в него входят блюда. Получается, салат, суп, второе, выпечка, хлеб. Ну, нормально, для бизнес-ланча это самое лучшее решение. Здесь вот такие стулья необычные есть. Вот так все выглядит. Если кому интересно, можете сесть вот сюда возле окна. Тоже нормально. Сейчас будем заказывать бизнес-ланч. Спросим, сколько он стоит. Сейчас я деньги подготовлю. Наша очередь подойдет, и мы будем как бы заказывать бизнес-ланч. Вот так вот здесь кафе выглядит. Вон там заказывают бизнес-ланчи. Вот здесь такие. Я как-то здесь зимой, помню, был. И я вот тут на этом месте сидел, вот на этом. И мне очень бизнес-ланч понравился. Я хотел вот протестировать, вам показать, подписчикам своим. Думаю, нормальный бизнес-ланч. Если что, сегодня хотел вам одну позную показать, где можно хорошо отведать позы. Он тоже находится в центре, но где центральный рынок, только туда надо вглубже прямо идти, в сторону Банзара, площадь Банзарова. И там тоже есть одно кафе. Ну, с виду, конечно, оно выглядит некрасиво, но там позы очень вкусные. Лучше даже, чем буза, я бы сказал. Показали бизнес-ланч. 180. Седьмой у вас будет. Хорошо, седьмой. Ну, здесь тоже ждать надо. Сейчас я возле окна сяду. На свою самую любимую. Ну, люблю возле окна везде садиться. Вот, друзья, уже себе заказал бизнес-ланч. Здесь получается булочка такая идет, ну, типа хлеба. Хлеб здесь идет. Лапша с котлеты, получается, идет. Сейчас вам покажу ее. Лапша с котлетой. Суп идет еще. Для начала будем пробовать суп. С
салат еще идет вот такой, смотрите, сейчас вам покажу. Вот салат идет. Ну, мало его, но салат нормальный. Огурец, морковка, капуста идет. Ну, летний салат такой тоже хороший. Чай идет тоже хороший. И два сахара вам дают вот таких. Вот, два кубика дают сахара. Сейчас я их сразу в чай опущу. И ложку дают, вилку дают, ложку. И маленькую ложку дают, чтобы вы чай могли размешивать. Ну, я думаю, если прийти вот от обеда с работы, если вы где-нибудь здесь в НТС-ке там работаете или в связном рядом, ну, здесь вам по пути, даже можете после, ну, после работы уже бизнес-ланч заканчиваются, здесь только вот с 12 до 4, походу, или с 11, ну, то есть с утра и до... Днем уже закрывает. Но если вам в обед прийти, например, тут 180 рублей стоит, я думаю, это за 180 рублей, я думаю, это вообще шикарно. То есть лапша с котлетой, булочка еще дают. Что, чай можете с булочкой попить, хлеб дают, чай, все есть за 180 рублей. Ну, я нигде не видел. Я видел, что за 170 там были бизнес-ланчи, но они не такие были. А здесь вот ассортимент. Суп, первый, второй, салат, хлеб, чай, все есть, все, что вам надо. Я думаю, этого будет достаточно. Сейчас будем суп пробовать. Суп здесь, получается, идет морковка. Морковка, картошка и этот, как его, перловка идет. Укроп, огурец, морковка, картошка, лук и перловка. Но если кто любит такой суп летний, летом особенно витамин надо побольше набираться, чтобы потом зимой здоровье не подвело, чтобы вы не болели. Вот такой суп. Перловка, она всегда была полезна, потому что ее даже в этих, как у, в больницах рекомендовали постоянно есть. Но кто-то не любит перловку. Но я думаю, нормально. И главное, что здесь самое важное, здесь лапша идет, она не приклеена. Ну, вот как обычно... Бывает, ты приходишь куда-нибудь, лапшу себе заказываешь, она вся склеена, вся некрасивая. А здесь вот нормально, и суп сейчас будем пробовать, скажу, как вам на вкус. На вкус суп идет, ну, вот как домашний, вот такой, как дома, например, харчо какой-нибудь сварите, там, солянку какую-нибудь, ну, на вкус как солянка. Вы сварите себе суп домашний. Вот если кто хочет реально домашнюю пищу прийти там отведать за 180 рублей, ну это нормально, думаю, суп нормальный, морковка здесь, лук все есть. Ну кто лук не любит, то я не знаю тогда. Я думаю, сейчас все лук любят нормально. Лук здесь не жареный, кстати, обычный, вареный. Ну, суп нормальный, вообще в животе не танцует, а то, как обычно, наешься, потом в животе начинает танцевать. Надо, чтобы смотреть, здесь туалет есть, нету, а то... А здесь туалет еще есть, а то вдруг в животе затанцует, и я не успею дойти до туалета. Здесь, короче, вот такие еще интересные стулья, как в каком-то летающем корабле выглядит. Я вам сейчас покажу их, как здесь... Можете сидеть, где вот здесь диванчики есть, а можете посередине... Кафе сидит, здесь стулья есть такие интересные. Ну, такие стулья необычные, как в каком-то летающем корабле. Но если с детьми прийти сюда, например, даже бизнес-ланч отведать, то им, думаю, понравятся такие стулья. Сесть сюда, браво. Ну, там что, вот как в кафешках стулья делал, такие высокие есть. И кто любит там, например, кофе прийти попить, да сюда там с чем-нибудь. Разнообразие здесь блюд. Есть и за 260, есть и за хот-доги, есть здесь гамбургеры, есть сэндвичи, есть горячие блюда, есть. Пицца, да, даже есть. Все здесь, короче, и бургеры, и сэндвичи, и гамбургеры, и хот-доги даже есть. Если прийти с кофе, например, пицца даже здесь, прикиньтесь. Ну, это центр Арбата, здесь, конечно, все должно быть. И здесь все так красиво оформлено. Ну, ты заходишь, как-то здесь вот какой-то летающий корабль смотрится внутри. Три телека здесь показывали. Телеки здесь почти перед каждым сиденье находят телеки. Клипы там РУ-ТВ показывают, кто хочет музыку послушать. Ну, музыка здесь такая, как бы, тихая, не сильно ее слышно. Ну, чтобы людей не отвлекать от еды.
Сейчас, друзья, будем пробовать салат. Суп я попробовал, суп вообще нормальный, всем рекомендую. Говорю это без приукрас, реально суп, ну, домашний суп, если вы как дома, например, приготовите. Огурцы, да, чувствуются, огурцы здесь маринованные идут, не свежие. Ну, в суп маринованные огурцы, я думаю, нормально. Вот здесь салат идет, огурцы, капуста, морковка. Перец, что там идет красный. Салат тоже нормальный, все как по-домашнему. Вот вы как дома, например, салат сделаете тоже. Ну, как домашняя пища здесь. Надо мне еще второй сейчас попробую. Салат нормальный, суп тоже вообще хороший. Я вам сказал, в супе какие ингредиенты идет. Перловка, морковка, огурец, картошка, лук. В салате огурцы, перец, морковка, капуста. И все нормально. Соль здесь, что вам дают, если кому надо, кто любит соленое, посолить хочет, там перец еще идет. Сейчас будем пробовать лапшу, котлету, я вам расскажу, вкусно, невкусно, потом еще булочку попробуем. Котлеты здесь нормально, ну вот как в столовках, например, кто-нибудь питался, хочет столовую еду отведать, то лапша на вкус, как в столовке. Лапша все здесь нормально получается. Не приклеено, что самое интересное, лапша не приклеена. Это самое главное. То я не люблю, когда лапша приклеится. Вообще ужас ее есть, если честно. Котлета тоже здесь нормальная. Вкусное мясо. Мясистое, сочная котлета. Нормально все. А вилку вам даю здесь, чтобы лапшу есть вилкой. Сейчас я чай попробую, скажу, как чай здесь. Чай здесь тоже нормальный. Чай здесь вкусный, все нормально. Сейчас будем пробовать булочку, получается. Хлеб я даже вообще не стал здесь. Хлеб тут не нужен, можно вот эту булочку за место хлеба. Булочка идет из ржаного теста, из ржаного, получается, теста. Булочка вообще невкусная, если честно, булочка мне не понравилась. Первое, второе блюдо понравилось, а вот булочка вообще невкусная. Она сладкая, да, но как будто полусырая. И что тем более ржаное тесто, вообще невкусно. Булочку никому не советую, вообще не брал. Чай здесь нормальный, обычный, как дома, кто в пакетиках чай любит пить, такой же. Нормальный здесь чай, все здесь нормально, кроме вот булочки, мне не понравилось. Вообще невкусная булочка, вообще 0 баллов даю. Сиденье здесь, друзья, тоже хорошее, удобное, так можно облокотиться, сидеть здесь. Персонал здесь приветливый, тоже я пришел, мне никто не сказал, там съемка запрещена. Но у нас вообще в кафе вот Ланда, я удивляюсь, вообще просто удивлен. Ты приходишь куда-то снимать, даже вот... В банк даже, наверное, придешь снимать, тебе никто не скажет. Там, ну, в банке, конечно, я один раз снимал, мне там сказали, типа, съемка запрещена. Ну, вот куда-то в общественные места приходишь, вот все, я смотрел других обзорщиков, они все говорили, что вот там, они как бы приходят куда-нибудь в кафе снимать, они договариваются о съемке. Ну, потому что им там некоторые кафе не запрещают снимать. Это в Москве, я имею в виду. Я там смотрел один канал, он в Москве снимает тоже обзоры. Он тоже ничего экстренного не снимает, он просто приходит, блюда там рассказывает, какие там ингредиенты входят, какие блюда, все это заказывает. Тоже при зрителе все... То есть обзоры так и снимаются, в принципе, ты рассказал о блюде, показал, сказал, что вот это стоит, например, кушать, вот это не стоит, и все нормально. Но мне здесь все блюда понравились, кроме вот этой булочки ржаной, она невкусная. Здесь в центре Арбат, например, если кто хочет столовую пищу попробовать домашнюю, да, там суп наваристый, там, как солянка на вкус, то приходите, да. Вот как в центре Арбата к фонтану подойдете, вы здесь увидите сразу вывеску, там написано «Бизнес-ланч», тут что туда входит, за 180 рублей стоит. Сегодня я, наверное, не пойду позы тестировать, потому что у меня уже, я уже наелся, я все съел, суп весь съел, все съел, не стал на камеру много есть. Вот уже я просто реально не могу, не вывожу, наелся как бы.
Завтра или послезавтра я пойду вам тоже кафе одно покажу, бюджетное. Тоже там можно позы очень вкусные отведать. Если кому будет интересно, пишите там. Сходим тоже, отведу. Потому что, ну, два кафе за раз я это не смогу протестировать. Живот затанцует потом. Не вывезу, короче. Все здесь вкусно и красиво. Здесь такой ресторан красивый. Все, вас здесь быстро обслуживают. Вот мне дали талончик, сказали ждать. И мне очень все быстро подали. Все здесь вкусно и красиво. И самое главное, в животе не танцует. Очень вкусно, мне понравилось. Кто хочет отведать домашней пищи, приходите обязательно сюда. Котлеты здесь сочные, вкусные, отведайте. И у вас в животе не затанцует. Ну, то есть, диарея какой-то там не будет. Все будет нормально. Энергию получите, все будет нормально. Так что всем спасибо за внимание. Сходили в Венецию, такой бизнес-ланч протестировали. Мне все здесь понравилось, только вот булочка мне не понравилась. Она какая-то ржаного теста и полусырая была. Венеция, если хочет домашней пищи отведать, то обязательно приходите. Я сходили уже в Венецию, здесь кафе есть на Арбате возле фонтаны. Мне здесь все понравилось, кроме булочки. За 180 рублей, я думаю, это адекватная цена, потому что, ну, есть где-то и подороже реально. Сейчас уже, потому что бизнес-ланч, они уже до 270 рублей. А здесь за 180 рублей вы получаете такое разнообразие блюд. Там и суп, и лапша идет, и котлеты. И все как приготовлено, как по-домашнему. Все было горячее, даже суп был горячий, лапша тоже была, все приготовлено, видать, свежее, потому что бизнес-ланчи, они идут на какое-то время, там, например, с 11 до 3 или с 12 до 4, ну, обычно бизнес-ланчи, они на несколько часов идут и все сразу готовят. Мне здесь все понравилось, вот как реально, как будто я вот по-домашнему, вот вы как дома пишете. На вкус был суп как харчо, ну как солянка может быть, кому как покажется, там перловка идет, и мне все понравилось, нормально, типа, только вот кроме булочки. Всем рекомендую, все вообще нормально, если вы, например, здесь гуляете, и у вас бюджет невелик, и вы решили, ну захотелось вам покушать, то сходите сюда, например, и нормально, даже, я думаю, если даже с девушкой прийти, тоже будет нормально. Ну, некоторые, конечно, девушки скажут, фу, бизнес-ланч, я не ем бизнес-ланч. Но здесь и пицца есть, и гамбургеры, и хот-доги еще продаются. Так что нормально, здесь разнообразие очень велико.